Привет всем, вы на канале Резми Теророшенко, с вами Резми Теророшенко. Сегодня мы едем в поезде Москва-Адлер. Я хотел вам показать питание, которое входит в стоимость билетов. Итак, значит, кроме этого, да, входит в стоимость такие вот тапочки, которые выдают непосредственно вместе с питанием. Значит, туда внутрь входит зубная паста. Там, да, внутри она зубная щетка. Вот такая вот одноразовая. И сами тапочки. Да, еще вот здесь есть салфетка. Освежающая салфетка от РЖД. Так, это сами тапочки тоже. Они, с одной стороны, непромокаемые, то есть очень удобные. Сейчас принесли только что из вагона ресторана горячее, то есть курица в сливочном соусе и макароны. Производство 20 числа, еду я 8, то есть вот получается 18 дней назад. Такая вот немного жирная, что-то протек соус. Дальше здесь у нас колбаса царицына, 40 граммов колбасы. Вот такая вот упаковка, запакованная булочка пшеничная, вкусная дорожная булочка, тоже 40 граммов. И вот такой вот пластиковый контейнер от федеральной пассажирской компании, рацион ужин, сухая часть. То есть эта часть вот к курице с макаронами. Она уже здесь стояла, то есть при входе в вагон я уже увидел, что у меня уже стоит этот мой рацион питания, который включен в стоимость поездки. В состав сюда входит набор гигиенический. Сейчас мы вот его увидим. Сейчас открою. Вот набор гигиенический. Вода 250 миллиграммов. Негазированная вода. Печенье бисквитная и такое вот тоже вкусное, уже не раз его кушал, так сливочное, бисквитное. И вот такой гигиенический набор, здесь салфетки, вилки, нож и мята, мятная жевательная резинка, конфета точнее. Вот все, что есть здесь. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно для вас было полезным, может быть, интересным. Вот, рацион питания отличается каждый раз. Но, тем не менее, можно путешествовать. Всего доброго вам, счастливо, пока.